клоуна такого, который все привозит, но что он, блядь, делает на фланге, я понять не могу. А его, понимаете, даже вот обычный пример, даже футболисты России не доверяют ему. То есть, когда он раз пять забегал под передачу Самедова, Самедов сам футболист тот еще, но даже Самедов, видя, что справа забегает Козлов, всегда начинал смещаться в центр, блять, убирать мяч под левую ногу, которую он бить не умеет, и пытаться что-то сделать. Потому что, ну какой, блядь, смысл отдавать вправо на Козлова? Вообще никакого, это не фланговый, блядь.